dvhub.ru. Завтра последний матч, пока очков у Германии нет. Как будете настраиваться, будете ли бороться за эти нужные очки? Да, конечно. Мы приехали сюда набираться опыта. У нас, в принципе, мы участвуем всего 5 лет. Поэтому у нас многие игроки только набираются опыта. Но мы надеемся, что наберем первые очки на чемпионате мира. Сегодня вы стали одним из авторов немногих голов в составе сборной Германии. Скажите, почему не удалось пробить, все-таки больше забить? Ну, уровень команды, конечно, у нас немножко разнится. Казахстан и побыстрее, потехничнее, много, в принципе, классных игроков. Нам пока очень тяжело с ними конкурировать. Не боитесь вернуться в группу «Б» после этого чемпионата? Ну, не то, что не боимся, мы не хотим просто этого. Поэтому приложим все усилия, чтобы этого не произошло. Сборная Германии проявила такой жест фейерплей. Она согласилась перенести матч сборной Венгрии, чтобы сыграли в оптимальных составах. Стоит ожидать интересной игры, накала и прочего. То есть команды сопоставимы, в принципе, по уровню. Да, мы как бы без проблем согласились на перенос игры, чтобы... Мы же играем для болельщиков, для зрителей, поэтому я думаю, что игра должна получиться напряженной. Все, спасибо. Сможешь мне скинуть эту запись? А что такое? А у меня не записалось. Да? Давай. Сейчас сохраню. Сохранилось? Да, WhatsApp или... Максим, закончен групповой этап для Казахстана. Первое место в группе, в подгруппе. Как оцените вообще выступление на этом этапе? Ну, оценивать сложно, так как ребята, наши игроки, то есть более высокий уровень, чем группа эта. Лично для меня это хороший опыт. Вот я как бы дебютирую в этом году. Вот, то есть все нравится, отлично. Несколько голов на вашем счету сегодня. Как получилось их забить? И показала ли что-то сборная Германии? Ну, как получилось? Ну, как бы по игре все там ребята помогли, я забил. То есть не испортил, самое главное, можно сказать. Сборная Германии хорошие, ребята там играют. То есть я их некоторых давно знаю. Приятно было поиграть. Ильяс Хайдаев говорил, что будут привлекаться больше ребят из местной лиги, даваться им будут шансы. Если для вас это как-то дополнительной мотивацией служит, то есть возможность сыграть там в четвертьфинале чемпионата мира, побороться за выход в полуфинал, и при том, что вы, как я, насколько я понимаю, из Акжайка. Вот, и пробиться, может быть, даже на уровень выше для вас, это служит дополнительной мотивацией? Естественно, то есть это наш шанс, можно сказать, то есть тренер доверяет нам, то есть время игровое дает. Мы только, нам еще остается играть, доказывать, то есть я только рад здесь присутствовать, здесь играть. Конечно, хочется повышать свои качества, если как игровые, так и более там. На поле только лучше становиться, да и все. Вот это мне требуется. Максим, вы очень молодой игрок в команде. Как более опытные игроки к вам относятся, там, по-отечески или наставнически? Я в прошлом году с ними познакомился, с многими. То есть, как бы в этом плане полегче мне. Просто отлично, всегда поддерживают. Где-то с юмором, где-то там как бы помогает в быту, так и на поле. Еще лучше даже, вообще приятно с ними находиться и в поле, и не в поле. dvhub.ru